Зи-у-зи-у-зи-у-зи-у-зи. Все, распелись? Погнали. Ребята, привет, меня зовут Раиль, это «Хижина музыканта». Состоялась премьера моей авторской песни «Скоро повезет». Прилетают повороты, мы и все. И скоро повезет, значит во всем. Прослушать вы ее можете где угодно. ВКонтакте, в Apple Music, Яндекс или Spotify. И сейчас я хочу исполнить акустическую версию данной песни, а в конце показать, как играть данную песню. Погнали! Сколько нам отпущено, сколько суждено. Я не знаю, брат, но это больше, чем кино. Тут половина скажет, что все предрешено. Какие к черту планы, если время решето? Но я не верю тем, кто говорит, чтоб я остался тут. И я не верю тем, кто говорит, что не попрет. Мой корабль на взлет. Очень скоро повезет. Прилетаем поворот, не мы и все. Ей скоро повезет, значит во всем. Между нами небосвод, обрати взор. Яркой красной полосой обратить сон. Прилетаем поворот, не мы и все. Ей скоро повезет, значит во всем. Между нами небосвод, обрати взор. Яркой красной полосой обратить сон. Обратить сон, обратить сон. Я помню, как ты верил, если выжимали в пол, то выжимали до предела. Ну а время сосчитает после всей моей потери. Я хотел бы видеть завтра и хочу быть в нем уверен. Я не знаю, в чем тут весь секрет. Но выжму все, когда придет момент. Эта песня посвящается тем, кто, несмотря на трудности, продолжает двигаться к своей цели, мечтать и творить. Пролетаем поворот, мимо и все. Ей скоро повезет, значит во всем. Между нами небосвод, обрати взор. Яркой красной полосой обратить сон. Пролетаем поворот, мимо и все. Ей скоро повезет, значит во всем. Между нами небосвод, обрати взор. Яркой красной полосой обратить сон. Обратить сон, обратить сон. Ну что, друзья, давайте разберем аккорды и как играть вообще данную песню. Три аккорда всего лишь у нас в песне. Фа диез мажор, второй лад. Следующий, четвертый лад, это G решетка, соль диез мажор. И последний аккорд, ля диез минор. И возвращаемся снова на G решетка. Аккорды и текст оставлю в описании под видео, смотрите. Вначале я просто дергаю басовую струну вместе с четвертой, третьей и второй струной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Здесь читка идет, то есть... Сколько нам отпущено, сколько суждено. Я не знаю, брат, но это больше, чем кино. Половина скажет, что все предрешено. Какие к черту планы, если время решето. И начинается перебор. То есть бас, четвертая, третья, четвертая, вторая, четвертая, третья, четвертая. И так на каждом из аккордов. И припев пошел. Такой кочевый дабстеп, да? Аккорд первый берем. И долгий удар вниз, вниз. Вверх лопок, вверх, вниз, вверх, вниз. Вверх лопок, вверх, вниз, вверх. Считайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Здесь у нас идет припев на октаву выше. Пролетаем поворот, мимо и все. Ей скоро повезет, значит во всем. Между нами небосвод. Вот. Не такие уж высокие ноты. Первый лад, первый струнный, второй лад, второй струнный. И четвертый лад. Вот самые главные ноты. Ребят, согласитесь, сейчас гитара звучит круче, поставил, потому что новые струны эликсир на целый год. Они 2000 стоят, блин. Но стоит того. Буду рад, если поставите лайк, напишите комментарий, подпишитесь на мой канал. Скоро будет еще больше авторских песен, а через пару дней уже новая чат-рулетка. Увидимся.